Первым делом, ребят, первым делом сразу на детейлинг. Пока легкая полировка всей машины, без керамики, без всего. Сейчас наносить керамику нет смысла, потому что будем обвес строить. Ну и вот он, весь сияющий. Вот с таким он должен от дилера выезжать. Но дилеру я не доверяю. Детейлинг это только для профи. Вот Эмочка первую чистоту мою прошла. Процедуру. Запуск.